крипторынок обогнал по капитализации ведущую транснациональную компанию. Согласно показателям, обнародованным сайтами Wirecard.com и CoinMarketCap.com, рыночная капитализация компании Visa, предоставляющей финансовые услуги, составила почти 255 миллиардов долларов, а капитализация криптовалютного рынка – более 300 миллиардов долларов. При этом количество транзакций цифровой валюты по-прежнему остается меньше, чем фиатных денег. Эксперты отмечают, что рекордная капитализация криптовалюты была достигнута благодаря росту цены на биткоин и ожидают, что количество криптовалютных транзакций еще увеличится и превысит число транзакций Visa.